Как всегда, я, Омега, и Портхэд, кстати, он мой там братуль. И сегодня мы с вами будем делать шоу-кейс Platinum The World. Я, честно говоря, скажу так, вот. У меня был The World Ова. Тьфу ты, я уже их путаю всех, а то одного The World, а другого Star Platinum. Короче, Star Platinum The Ова обменял на него, потому что теперь, как вы знаете, наверное, через Овы нельзя сделать Ова Хивен. Поэтому я играю теперь с ним. Ну что, давайте будем делать шоу-кейс. Первое, это И. Вот такая вот И. Кстати, что-то... Что так? Подождите. Вот. Очень быстрый. Скажу так, вот умеренный. Мне он нравится. Наш Р. Мощный удар. Очень хороший. Так. Дальше. Ци. Т. Да, вот такой бросочек мячиком. Очень хороший. Я так и не понял, что значит Y. Но вроде бы телепортация должна быть. Ну, я не понимаю. Итак. Дальше. F. Это таймстоп. Плюс, вы становитесь чуть быстрее, и ваши атаки также становятся быстрее. Ну, G, я думаю, вы знаете. H — это хождение в таймстопе. Я сейчас... Нет таймстопов, поэтому я не могу показать. И во время таймстопа вы можете использовать G. Это умеренный суперудар. И также C — кувырок. V — дальний вот такой вот перерывок. И на Z — прыжок. Сейчас он загрузится. Вот, смотрите. Time stop movement на H. Вот так вот. И назад прыжок. Слушай, это видео было очень коротким, но надеюсь, оно вам понравилось, потому что это шоу-кейс, оно не должно быть длинным. И, может быть, я еще запишу видео, где я дерусь. Ну что, всем удачи, всем пока. С вами, как всегда, я был Омега. Удачи.